Павильон России напомнил мне огромное скопище хулахупов, которые лежат один над другим, как кольца вокруг планеты Сатурн. А весь павильон посвящен триумфу компьютерных технологий. Москва сейчас одна из самых передовых столиц мира именно по компьютеризации и занимает очень большое место. Поэтому, конечно, мы все ратуем за проведение Экспо в Москве в 2030. Именно поэтому я и приехал в Дубай, чтобы поддержать эту идею своей выставкой «Русский костюм, стиль и душа», которая сейчас проходит в Дубае. То, что я увидел внутри, мне очень напомнило декорацию нашего павильона программы «Модный приговор». Неудивительно, у нас один дизайнер, ведь Дмитрий Ликин – главный художник Первого канала, автор проекта интерьера российского павильона. Спасибо всем, кто создал это чудо, которое пользуется большой популярностью. Я вижу очереди, я вижу восхищенные взгляды и всех желающих посмотреть на эти новоиспеченные мозги российской технологии.